Здравствуйте. Сегодня познакомлю вас с человеком, который птичками занимается. Вот это место, где он выращивает, называется Аддитен Африкен Лаубас Фамов. И пойдемте посмотрим, что у него есть. Кумар, я живу в Тривандруме, и я занимаюсь разведением птиц. Я работаю в банке, и параллельно к основной работе у меня такой бизнес. 80% моих питомцев из Африки. У меня есть солнечная аратинга, серый попугай Конго, карелла, неразлучники, даже зяблики. Во время локдауна был большой спрос на птиц. И в то время многие стали заниматься таким бизнесом, разведением птиц, параллельно к своей основной работе. Стоимость моих птиц от 1000 рупий, но есть и попугаи, которые стоят более 100 тысяч. Если делать все правильно и с душой, то при помощи такого бизнеса вполне можно прокормить семью. Я с детства увлекался птицами и любил всех животных. Мой младший сын, еще только когда научился ползать, он уже интересовался птицами. Первыми моими питомцами были попугаи-неразлучники. А потом я узнал про африканских птиц, и потихоньку у меня становилось все больше и больше питомцев. В Кэроле я уже вхожу в первую десятку разводчиков птиц. Birds in a breeder, are you putting up at the village or alarm?
Если мои питомцы болеют, я лечу их только гомеопатическими препаратами. Западную медицину я им не даю. Для профилактики от болезней тоже я использую только натуральные гомеопатические средства. В уходе за моими питомцами мне помогают старшеклассники. Я плачу им за это зарплату. И так они имеют дополнительный заработок и помогают своим семьям. Также меня поддерживают мои соседи, так как иногда бывает, что соседи против такого бизнеса. Часть прибыли от своего дела я трачу на благотворительность. Маленький кусается. Он объясняет, что это для того, чтобы у него все такие птички везде, чтобы не сглазить. Вот такие штучки. Там разные есть. Вот ракушка есть, разные виды веревка. Вверху белый камень. Ну, чтобы не сглазить. Спасибо большое. Мы сегодня прощаем от этого уважаемого человека, который очень любит птичка. И благодарим его за время. Он очень занятый человек. Он как раз говорил, что в банке работает, еще в фильме снимает. Но он согласился нам. Поэтому благодарим ему и не прощаемся отсюда. Спасибо.